Раннее субботнее утро традиционно началось с дружеских выяснений. Кто больше других поднимет гирю, забьет голов, сделает удачных передач. Спортивные состязания собрали немало и участников, и болельщиков. Но несравнимо больше желающих как посмотреть со стороны, так и лично присоединиться собрал экоаппарат «Цветочная феерия». Разноцветное веселое шествие стало новшеством празднования дня рождения города и дня металлурга. Приехали из Верхней Салды поддержать как бы ваш город на этом чудесном празднике, потому что сегодня как бы день города Нижняя Салда, плюс здесь проводится эко-конкурс, посвященный цветам. Сегодня очень хорошая возможность поддержать именно тему того, чтобы город был чистый и как бы подать пример всем другим городам России. Фантазия участников парада не знала границ. Украсили даже транспортные средства, изготовили плакаты. Каждый костюм стал настоящим произведением народного творчества и таланта. Единолично с семьями и целыми коллективами салдинцы прошлись по улице Ломоносова, порадовав и удивив зрителей парада. Несмотря на дождь, что пару раз довольно серьезно принимался поливать собравшихся, салдинцы стойко и мужественно не расходились, веря в себя и в погоду. И погода сдалась. Ярко солнце озарило площадь, но больше тепла и света было от положительных эмоций зрителей и участников флешмоба и праздничного концерта. Маленькие салдинцы с удовольствием и азартом атаковали аттракционы, катались на лошадях и мини-автомобилях, подставляли свои личики мастерам аквагрима, уплетали сладкую вату и яблоки в карамели. А взрослые успевали за детьми приглядеть и поаплодировать победителям экопарада и других конкурсов, проведенных накануне дня рождения города. Хорошее настроение передавалось в каждом слове, в каждом пожелании землякам. Самое главное – здоровье, счастье, успехов, хороших дорог, хорошей администрации, чтобы праздники нам проводили. Здоровье, счастье, денег. Я рад присутствовать сегодня на празднике на дне города, Нижняя Салда. Желаю всем работягам, которые здесь работают на заводах, металлургии, всего самого хорошего, процветания городообразующим предприятиям, людям, которые здесь замечательно живут, процветания городу и мирного неба над головой, как говорится, и здоровья, счастья, всем успеха. Я в отпуске, и для меня все сюрприз, потому что наша замечательная команда, они дали мне отдохнуть, и я вместе с вами получаю удовольствие от праздника. Наверное, поэтому я такая довольна. Много конкурсов. Я вижу, родители с удовольствием участвуют. Цветочная феерия, это просто прелесть была, мы все видели. Но я думаю, будет хороший концерт, который нам НСМЗ подарит городу. Праздник удастся. И даже если будет дождь, это здорово, потому что, говорят, это хорошая примета. Главное, чтобы он не затягивался. Все с праздником. Наш любимый город, самый лучший город на земле. А на сцене тем временем продолжался праздничный концерт. Наши салдинские самодеятельные артисты выступали на 5 с плюсом, ничуть не хуже звезд эстрады. Порадовал салдинцев и культурный десант «Зато свободный», который представил вокалист Сергей Черник, уже полюбившийся горожанам. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту скорей. Поверь в мечту, поверь в мечту, как доброту. Торжественная часть мероприятия оказалась не менее душевной и эмоциональной. У нас с вами практически мировое предприятие по производству космических двигателей. У нас с вами отличная медицина, образование. В общем, есть все для того, чтобы воспитывать детей, жить и работать. Осталось только немного сделать наш город немножко красивее, чище, благоустроеннее. Особые поздравления в этот день нашим ветеранам. Вы наша честь, совесть, хранители традиций. Долгих вам лет,
и крепкого здоровья. Неймаш приветствует жителей города Нижняя Салда. С днем рождения, салдинцы! С праздником, уважаемые металлурги, основатели нашего города! С праздником вас! Тепла, добра и исполнения всех ваших желаний, всех достижений на благо нашего города! Еще долго салдинцев радовала отличная концертная программа, а завершили вечер праздничная дискотека и салют.